Вот утро сегодня, 18 июня. Вон ребятишки еще там. Что она там делает-то? Навоз, видимо, выбирают. Удобрение, нет, солому. Солому выбирают они. Вон они где. Это что там? Прося с Нестором. Где овечки ходят, они там, видишь, ползают, собирают. Вот, пожалуйста, работа. А еще 6 часов только, 7 час. Пол 7 нет, уже помолились. Все. Здесь делают, это Полина наливает аж в перчатках. Наливает банки. Вот кто посмотрел бы, чем занимается. Это тут банок море. И банки эти нагреваются, они носят их, поливают тут. Утро еще до завтрака, вот работа, пожалуйста. А ее подруги-то там, что они, спят еще, сидят, дрыхнут. А где поливали, что там? Они в теплице вот поливали. А? Да? Теплице поливали, а те солому собирают, мы присыпливаем эти всякие лунки, чтобы поменьше... Ну, понял это, понял. Поменьше поливать потом было. Понял, тут посмотреть надо. Что еще делали-то утром сегодня? Сегодня еще нет. Ну-ка, что там поливали-то, покажи. А вот в эту теплицу заходите. Вот это, да? Теплица. Это я гляжу тут, я в окно гляжу. Я попозже подхожу после молитвы, после событий дня. Записываю, когда. И вот сюда. А вот это под ногами можно убрать, Володя? Вот это вывернуто все. Ну, можно, конечно. Ну, так это все надо сделать, подчистить. Бревно лежит здесь, да ты... Тут вообще неизвестно что. Зачем же оно лежит тут? Это сейчас же уберем. Сейчас, подожди. Вот тут у них теплица, открыта с той стороны. Помидоры поливали. А что траву-то не вырвали здесь? Трава-то растет, Володя? Всему свое время. Да какое тут время-то? Это я сейчас за 5 минут ее уберу. Это понятное дело, ну у нас... На, так. Все. Давай уберем эту бревно. Вот сюда его подкатим к концу. Посередке лежит оно тут. Ну вот все. Так, лопату нашел, да? Да, это вот. Смотри, где литовку, чтобы никто не порезался. Ну что, тут выкатывать надо. А куда положим-то? Ну сам посмотри внимательно, куда положить. Оно здесь лежало. Ну тут разве это место, что оно здесь? Вдоль теплицы можно положить. Вот теплицу убирать будут, она будет не пройдешь, там и так мало места. Вот здесь вот. Что там теплица-то? Ну здесь ходить-то никто не будет, здесь не надо ничего делать. Да нет, это не дело, тут совсем узенько, и закладывать. Травой зарастет и будут ноги сшибать. Вот это вот надо все выкопать с корнем. Крапиву пройти. Володя, ее не коси. Вот эту крапиву все. Тут не заметили как-то. Что еще? Куда можно? Можно вот здесь вот. Вот это место маленько подбей. И в уровень ее положить. Прям вплотную к ограде. Траву убери. Если можно. Маленько. И на траву пока положить на подкладки. Вот это будет легче. Потому что около ограды никто не ходит. Тут надо смотреть всегда... с запасом. Вот так пока проходи туда, а потом сюда и положим его. Оно толстое, некуда его. Это вот раннее утро. Вот в этом доме сейчас никого нету. Жил Павел. Был Никита тут. Ну вот. Тут сейчас мужской пол. Там ночует Володя с ребятишек. Что тут место? Кто придет. А там он у меня голуби, голуби. Гляжу, новый привезенный из Барнаула голубь. Вот он вылетел на улицу. Сейчас я полезу, посмотрю голубей. Пока тут что, я загляну к голубям. Пойду один. Каждое утро я голубей проверяю. Поешь начался большой. И куда вы это тащите? Не знаю, дядя Володя сказал собрать. Там сначала траву надо выдрать, которая есть, по одной травинке. Идите. На улице никогда не оставляйте мешки, они сразу пропадут. Солнце съедает их. Вот они какие наши идут.
Ай-яй-яй, пойти надо кверху посмотреть. Я лезу сейчас по лестнице, по железной. Что-то у меня в коленках совсем плохо ноги. Вот так. Ну, голуби, иду я к вам. Где вы у меня тут? Как живете? О, тут темновато. Черныш сидит тут отдельно. А что ты тут сидишь? А? О, полетел. Вот малыши, голуби. Вот посмотреть где. Там пшеничку беру. И вот так вот сюда подсыпаю. Понемножку. А то некоторые залететь не могут, малыши. Вот они у меня где. Вот они. Вот гоняют друг друга. Еще есть тут, до 20-то наберется. Парят новые. Совершенно непонятная причина. Вот они ко мне подлетели. Корыто висит, это все висит, чтобы мыши не доставали. Вот так. Ну, тут есть где сидеть. Видишь, какие гнезда. В гнездах сидят не один больше. Сейчас надо воды подлить, чтобы полная была. Вот они где. Пекунчик выпал, вот теперь сидит тут один. Глядишь, что утонет, то еще что-нибудь. Вот они где. Вон сцепились драться, не хватило места. А эта борьба идет, кто кого победит. Потом дерется эта вновь, которого привез, ее породистая от Кошкина. Ну-ка, кто кого? Вот третий подошел, четвертый. Это уже совсем никуда не годится. Ой-ой-ой. Это уже не годится никуда. Четыре одновременно. А тот, где здесь сидит, а тот тоже что-то нахохлился, не нравится ему. Вот, рядом гнезде, там тоже в гнездо залез. Это привезенный. Утром сегодня вот я смотрю на них, как они тут. Это у меня тут банки стоят с водой. Это вот висят кули. Воробьи проклевывают насквозь мешки.
Он тоже привезенный. Надо узнать, где такой говорун. Вот он сидит. Внизу на две части разбиты. Парят уже начинают. Ну, маловато, конечно, у меня голубей. Это не больше 20. Ну, слава Богу за это. Сохрани, Господи. Посвятил святой водой. Воду подливаю. И у меня тут бутылка вот стоит со святой водой. Вот. Стараюсь избавиться. А это они здесь едят. Как можно не любить голубей? Вот голос какой, воркование. Конечно, и курица хорошо кудахщет, и гусь гогочет. Замечательно, журавль порлыкает, но это голубь. Избрали голубя мира. А у него мира никогда нет. Все время дерутся, непрерывно. Потом, если это слабый голубь, заклюет до смерти. Очень жестокая птица. Нечистоплотная, тут же оправляются дети ее. Однако не ласточка, которая такая чистюлька, такая, ну вот так вот принято, требует разъяснения. Вроде бы на войну какой-то князь собрался, а в шлеме у него свела голубка гнездо. Где он так мог? Да вытряхнул, да и пошел на войну, так нет, оставил его. И назвали голубь мира. Ну, выдумка все это, конечно.